Орион готовится к старту. Орион. Испытание огнем. Меня зовут Келли Смит. Я работаю над навигационными системами Ориона. Орион — это космический аппарат НАСА нового поколения. Он спроектирован как универсальный корабль и может доставить астронавтов дальше, чем когда-либо, к астероидам или даже к Марсу. Для таких миссий Орион должен быть очень надежен. Он должен выдерживать высокие скорости, температуры и радиацию. Прежде чем на нем полетят астронавты, мы должны протестировать все системы Ориона, и есть только один способ, как можно убедиться в том, что все в порядке. Нужно запустить его в космос. В первом полете Ориона на его борту не будет людей. Но корабль будет снабжен аппаратурой для подробной записи измерений всех возможных параметров полета. Все начнется с запуском ракеты Дельта-4 Heavy. Система аварийного спасения будет сброшена на этапе выхода на околоземную орбиту. Эта система нужна для того, чтобы безопасно оттащить корабль с экипажем в случае аварийной ситуации во время взлета. Путешествие Ориона только начинается. Корабль выходит на первый виток вокруг Земли, и в центре управления следят за ходом полета. Сейчас Орион летит на высоте более 160 километров со скоростью около 27 тысяч километров в час. Связь с ним временно пропадет, когда аппарат пролетит над Индийским океаном. Это вполне ожидаемо. Несмотря на то, что спутниковая связь с аппаратом прервется, Орион продолжит получать и записывать данные. Его компьютеры обрабатывают 500 000 000 операций в секунду. Давайте представим себе, что мы летим вместе с Орионом. Вот завершился первый виток, пора двигаться дальше. Снова включается верхняя ступень ракеты, словно бы подтягивая корабль на самый верх американских горок. Высота орбиты растет. Мы поднимаемся на 6000 километров. В 15 раз выше, чем орбита Международной космической станции. При этом нам придется пройти сквозь пояса Ван Аллена, область пространства с опасной радиацией. Такое излучение может повредить навигационные системы, компьютеры и другую электронику Ориона. Пройти сквозь эту область потребуется дважды, сначала по пути вверх, затем обратно. Но Орион защищен, и его экранирование будет проверено на прочность, когда корабль пройдет сквозь потоки излучения. Показания датчиков будут записаны для последующего анализа. Нам нужно решить эти проблемы, прежде чем отправлять людей сквозь эту область пространства. И вот, нам уже пора домой. Верхняя ступень инициирует разделение. Орион включает двигатели и разворачивается для входа в земную атмосферу. Возвращению уже ничто не помешает. На высоте 120 километров корабль касается атмосферы, и теперь все происходит очень быстро. Мы летим на скорости более 32 тысяч километров в час. Разреженный воздух раскаляется от сжатия. Плазменная оболочка обволакивает стремительно снижающийся Орион. Температура достигает 2000 градусов. Это горячее вулканической лавы. Пожалуй, это самый опасный участок всего полета. Центр управления получает данные от корабля, и вот наступает очередной момент потери связи. Радиоволны не могут проникнуть сквозь плазму. Орион предоставлен сам себе. Корабль летит в огненном шаре. Бортовые системы разворачивают аппарат так, чтобы тепловой щит принял бы на себя всю ярость этого адского пламени. Это самый большой щит такого типа из когда-либо создававшихся. Компьютеры Ориона корректируют траекторию снижения, выводя аппарат к расчетному району посадки. Мы замедлились с 32 тысяч до 500 км в час, но это все равно очень большая скорость. Для безопасного приводнения нам нужно затормозиться еще сильнее. К счастью, у нас есть парашюты.
Разработанные специально для Ориона, они позволяют, образно выражаясь, аккуратно нажать на тормоза. Однажды на этом корабле полетят люди, так что этапы торможения должны быть достаточно плавными. Сбрасывается кожух переднего отсека. Разворачиваются первые тормозные парашюты, и скорость снижения уменьшается до 280 км в час. Затем раскрываются основные парашюты. Такого укрытия хватит на целое футбольное поле. Эти огромные прочные парашюты замедляют снижение до 30 км в час для безопасного приводнения. Хотя первый полет Ориона будет беспилотным, корабль привезет ценнейший груз — записи с информацией о ходе всех процессов во время полета. Этот полет завершился, но впереди еще очень много работы. Бортовые датчики получили массу данных о старте, полете, возвращении и приземлении. Полетные тесты трудны и сложны, но только они дают нам уверенность в том, что в реальных условиях все системы корабля работают должным образом. Это здорово принимать участие в первом полете Ориона. Мы с надеждой ждем начала новой главы в освоении человеком космического пространства.